хочу рассказать о том моменте, когда я первый раз увидела фотографии, которые были готовы уже после обработки. Мое лицо было приблизительно таким. Потому что фотографии просто превзошли все мои ожидания. Я подумала, ну будут обычные красивые фотки. Это результат просто вообще какой-то волшебный, потому что у нас был какой-то сказочный лес, яблоки, там, не знаю, я даже не знаю, как это словами описать. Вот, так что это произошло все мои ожидания. Что касается результата, процесс был тоже просто незабываемым. Мы ходили по магазину в красном платье длинном, искали яблоки, но мы их нашли. Вот, на нас странно смотрели, но все равно результат стоит того, и вообще все было просто супер.